Привет, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня мы опять в игре The Isle. Сегодня мы посмотрим скины Герирозавра, и как только я покажу скины Герирозавра и Пахицефалозавра, попробую, если будет время, после экзаменов, когда их сдам, побегать с живыми игроками. Меня очень многие просят. Вот, значит, я вижу, очень прошло много обновлений, наверное, на 2 гига обновлений пришло. Ну, теперь окрас внешнего мира не такой красочный, каким он был до этого, но, возможно, я просто не ту карту выбрал. В целом, трава вроде, текстура травы изменена, еще когда наше животное ходит, оно оставляет следы. Это очень круто. Так, ну давай встанем опять нормально. Так, значит, вот гирирозавр, это, по сути, триасовый динозаврик. Один из самых первых из найденных, один из самых первых динозавров, которые известны науке. Вот, здесь он такой, получается, кончик хвоста синий, затылок, шея такая, затылочная часть шеи такая тоже синяя, и всякие такие, как у черепашки, такие вот пятнышки на теле присутствуют зеленого цвета. Но окрас очень добротный такой. Мне вот интересно, звуковую дорожку вставили, то есть он голос-то дает. Ух ты как, ну-ка еще раз. Блин, трава долбаная. Он еле-еле рот открывает, но при этом шумит, как тираннозавр какой-то. Так, а прыгать ты можешь? О, отлично, гирирозавр может прыгать. Это просто шикарно, по-моему. Так, вот он хромой такой. Хромулечка. Так, все, станет нормально. Так, давай полежим. Лапки ты держишь впереди, получается, остальное все поджал под себя, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Так, присесть ты тоже можешь, да? Отлично, скрытный охотник. Особенно, смотрите, вот его окрас, вот он заходит в траву. Даже если бы он был окрашен оранжевым, в такой густой траве его никто не найдет. Это разработчики, конечно, умно придумали. Так, ну вот так ходит он у нас. То есть задняя лапа работает, а передняя просто держится на весу. Как у карнотавра какого-нибудь. Так, ну вот а так вот он у нас сейчас побежит. Тут трава вообще густая, тут надо выбраться из нее куда-нибудь. Хопа. Хопа. Тут эта трава бесконечная, что ли, я не знаю. А тут я вообще залезть не могу, вы видите только мой хвост. Неужели тут конец карты? Или я просто... Да, я, наверное, просто как в Far Cry не могу залезть. Соскальзываю. Да, все отлично. Когда же кончится эта трава, я вас умоляю. Ага, она нескончаемая, пипец. Да, блин. Да, вот эта карта. Ладно, предлагаю пойти тем клочкам земли. Отлично, уже почти прибежали. Пяу. Ой, прям в дерево. Пяу. Вот он когда бегает, он трясет из стороны в сторону всем своим телом. Это очень забавно. Так, давайте еще удары у него посмотрим. Очень быстрые укусы, а дополнительного удара... Дополнительного удара нет. Головой мешок шевелится, когда он что-то говорит. Расширяется. Это очень круто. Жаль... О, можно приближать, ребята, наконец-то! Наконец-то можно приближать. Вот это вот я понимаю функция. Вообще шикардос. Так, к сожалению, нельзя со всего ракурса смотреть, ну, животное. Но зато хотя бы вот так посмотрим. Вау. Вот эта функция, вот это вы молодцы. Это вот вообще шикарно придумали. Вау. Ну что ж, это был первый скин гирирозавра. Их всего вроде 5 в игре. Предлагаю переходить к следующему.
Так, значит, вот второй скин. Значит, я выбрал другую карту. И что интересно, я когда заходил, обнаружил, что на этой карте есть возможность поиграть за Кецалькоатля. Серьезно, я офигел. Если получится, я запишу еще скины Кецалькоатля. Я не знал, я думал, что его еще не добавили в игру. А вот на этом, на этой карте он есть. Так, вот, собственно говоря, наш гирирозаврик. Второй скин. Вот это приближение, это вообще суперская деталь. Теперь можно рассмотреть его голову. Все такая в пятнышках. Круто, да, если честно, выглядит. Брюшко у нас с белыми точечками такими. Да. Очень красивый скин. Да, жаль, второго удара нету, лапой какой-нибудь. Вот это плохо, что они сделали, что он все время отворачивает голову от камеры. Зачем? Сделали бы при нажатии кнопки, чтобы он голову отворачивал, а вот просто так, это, мне кажется, лишнее. Сделал скриншот на окончании видео. Вот. Так, ну, собственно говоря, вот такой вот у нас скин под номером 2. Так, ну, это можешь встать? Спасибо. Спасибо, братан. Что-то вроде тут есть игроки, но понятно, что карта огромная, я их вряд ли найду, но у меня была надежда, что я хоть кого-нибудь встречу. Что-то как-то не особо, если честно. Давайте отдалимся немного. Ну, здесь хоть не такая густая трава. Это, видимо, та карта была такая. Я подумал, они сейчас все такими станут. Было бы очень прискорбно. Но здесь травы тоже хватает. Мяу. Мяу. Ну, что-то пока вообще никого не вижу. Возможно, они тут какими-то своими делами занимаются. Ходят в группе. Да, вообще никого не вижу. Ни одной живой души. Ну что ж, ладно, переходим тогда к скину под номером 3. Так, вот, значит, собственно говоря, наш скин под номером 3. Теперь это зебра. Теперь гирозавр как зебра, если честно. Но выглядит очень шикарно. Вообще, по-моему, вот скрываться среди травы, даже учитывая, что окрас такой бело-черный, мне кажется, все равно получится, потому что он полосатый такой весь. Это вот для любителей далматинцев, походу, сделали такой вот окрас. И все это, я насколько знаю, все эти окрасы делает один человек. Собственно говоря, я опять на той же карте, где и был. Вот. Только я тут опять никого не нахожу. Не знаю, что происходит вообще. Они отказываются, видимо. Отказываются со мной играть. Здесь 15 человек, конечно, из 80, не так много, как хотелось бы. Но на этой карте зато можно показать все скины и переходить из одной карты на другую. Я еще раз предлагаю пробежаться. Вдруг получится кого-нибудь найти. Но бегает он вообще очень резво так. Может, они тоже все какими-нибудь австрорапторами играют, поэтому я их не вижу. Ну, я думаю, да, они где-то все по своим делам. А я почему-то в одной и той же точке возрождения появляюсь. Если бы я хотя бы в разных появлялся, может быть, я бы их и встретил. Но я все время в одной. Да, вообще никого не вижу. Ну ладно, переходим тогда к скину под номером 4, если я не ошибаюсь. Собственно говоря, тут наступила ночь, а у нас между тем четвертый скин гирирозавра. Глаза у нас теперь голубенькие, и все тело такое полосатое, как у тигрей. Да, сверху вот он вообще очень красиво выглядит. Если бы из этой игры сделали подобие Operation Genesis, то я боюсь, что люди бы еще стали чаще покупать эту игру, потому что как-то всякие стратегии с динозаврами заходят куда лучше, чем вот такие игры, где ты сам за них играешь.
такой полосатый. Он у нас на этом серве, к сожалению, что-то куда-то все делись, я никого найти не могу. Ну ладно, потом с живыми игроками мы еще успеем поиграть. Но вот сочетание цветов белого, светло-коричневого и темно-коричневого, это очень шикарно теперь, я как вижу. Да. Знать бы еще, какая атака вот у них, чтобы знать, на каких животных можно нападать, на каких бесполезно. Ну, я понимаю, что на пуартозавра мне, допустим, бесполезно будет нападать, но все равно интересно. Так, ну тут даже бегать искать не буду. Предлагаю перейти к следующему, последнему скину. Но, насколько я помню, это альбинос. Так, вот, собственно говоря, последний скин гирозавра, как я говорил, это альбинос. Красноглазый опять, но в отличие от каких-нибудь других животных, там тернозавров всяких, здесь серого цвета очень мало, или я просто слепой. Здесь в основном такой темно-белый. То есть однотонное, монотонное животное. Ну, хотя, вы знаете, вот с приближением камеры очень удобно играть. То есть вот так ходишь, осматриваешь, допустим, окружающую тебя территорию. Побежали, хопана. Очень удобно, да, вот это они с камеры сделали, как я и просил. Ну, понятно, что это они не по моему совету сделали, а сами. Но все же приятно. Да, ну, собственно говоря, это был гирирозавр. Я не знаю, сколько выйдет серия по длине. Возможно, я совмещу с кицелькуатлем. Да. Но я думаю, на 10 минут хватит, а слишком... А дольше 10 минут вас как-то задерживать не очень хочется. Ну, по крайней мере, в этой игре, пока без живых игроков. Потом можно и по 20 минут серии выпускать. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, пишите мне, какой скин вам больше всего понравился. С вами был Дарт Сидиус, ну или Богдан. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока! Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и это продолжение видео с гирирозавром. Я решил сюда впихнуть пахицефалозавра, так как там всего 3 скина, и да и видео по гирирозавру получилось очень коротким. Вот, собственно говоря, первый скин пахицефалозавра. Купол верхний у нас такой белый, сам остальная часть красная такая. Сам он окрашен примерно как первый скин гирирозавра, только без синих цветов. Ну, примерно так же. Так, голос у тебя есть? Вау, супер. Музыка для ушей, ребят. Офигенно, очень нравится. Так, приседать ты не можешь. Это ты типа раненый. Помогите. Помогите. Так, ладно. Давай полежим. Отлично, шикарно смотришься. Очень нравится, как его тут озвучили, это просто супер. Офигеть, ну-ка еще раз. Вау. А вот дополнительной атаки нет, да? Давай пробежимся. Так, прыгать ты не можешь, да? Жаль. А если бежать, бежать? Можно бить кого-то во время бега, это супер, по-моему. Так, ну давай посмотрим на тебя вблизи. Морда очень красивая, если честно. Все вот эти затылочные шипы учтены, все шикарно. Красивое животное. И здесь он сделан не очень крупным, собственно говоря, таким, каким и должен быть. 4,5 метра в длину, вес, ну буквально, может, около тонны, но я думаю, что меньше, килограмм 600. Вот. Ну, надо сравнить с другими животными. Здесь, к сожалению, их нет. И мы на официальном сервере без тенослотом. Так, ну, осталось еще 2 скина, так что не переключайтесь. Переходим к следующему. Так, ну вот, собственно говоря, второй скин пахицефалозавра. То есть он у нас такой полностью черный, такой темно-серый.
только вот в области шеи и верхней части спины мы наблюдаем такие белые пятна с красными полосочками и пятнышками. А в остальном это вообще, грубо говоря, монотонный окрас такой. Ну вот на ногах еще присутствуют полосы, если вы можете видеть. Количество пальцев около 5, все правильно, шикарно. Вот с такого ракурса за него играть еще интереснее, по-моему. К сожалению, прыгать он не может, но я думаю, что это правильно. Слишком увесистое было животное. Не до прыжков ему было. Ну, какие-нибудь небольшие-то, я думаю, он мог совершать, но здесь в игре не может. Ну и не надо. А как кушать? Я вот до сих пор, кстати, не понял, как... Я вроде в дерево вошел, но не знаю, может какие-то специальные деревья надо искать, которые светятся, как в играх или что-нибудь такое, но вот он не ест, отказывается. Или на какую-нибудь кнопку, я не знаю. Без понятия, в общем. Ну, это был второй скин Пахицефалозавра, предлагаю переходить к последнему. Вот и последний скин Пахицефалозавра, опять же, альбинос. Ну, полосы, грубо говоря, сохранились они таким светло-серым цветом, а в остальном животное монотонное. Он все равно выглядит красиво. Такой беленький весь. То есть лапы на бегу у него вообще почти не... Вот когда вот он идет, как видите, передние лапы, они у него сгибаются. Когда же он бежит, они у него просто болтаются. Забавно выглядит, культявки такие. А вот эти, это что, царапины вот у него на теле? Как видите, какие-то царапины. Прыщи, что ли, какие-то, я не знаю. Точечки какие-то от укусов, от чего-то, непонятно. Ну, видимо, животное бойцовское, поэтому... Учитывая, что он еще жив, хотя у него вся морда в шрамах, если честно. Учитывая, что он жив, он многих противников победил. Ну что ж, это был скин Пахицефалозавра. Как и после Герозавра скажу, вступайте в группу канала, лайк, пишите, какой понравился скин, как вам вообще животное. В следующий раз, учитывая, что я вроде заснял все скины, попробуем поиграть с живыми игроками. Вот, ну что ж, с вами был Дарт Сидиус, до скорых встреч, увидимся в следующем видео.